Здравствуйте! О погоде в стране на 10 августа расскажу вам я, Инесса Назарова. На севере и в центральной части Казахстана после жаркой и солнечной погоды прогнозируется небольшое снижение температуры. Ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В Кокшетау малооблачная температура воздуха днем плюс 25 градусов, ночью до 12 градусов тепла. В Костанае переменная облачность, днем воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью плюс 13 градусов. В Петропавловске также будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура ощутимо понизится. Днем плюс 19 градусов, ночью 13 градусов тепла. В Павлодаре ожидается кратковременный дождь. В полдень на термометрах плюс 27 градусов, плюс 19 градусов ночью. В Караганде ясно, солнце прогреет воздух в разгар дня до 30 градусов тепла, ночью плюс 17 градусов на термометрах. На западе будет малооблачно и по-прежнему жарко. В Актобе переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха до плюс 32 градусов, ночью 24 градуса тепла. В Уральске малооблачно, днем температура воздуха достигнет 33 градуса тепла, ночью до плюс 25 градусов. В Атырау также малооблачно, осадков не ожидается. Максимальное значение термометров днем плюс 39 градусов, 29 градусов тепла на термометрах ночью. В Актау ясно, в полдень 33 градуса тепла, в ночные часы плюс 29 градусов. На юге Казахстана сохранится солнечная и очень жаркая погода. Максимальные значения температуры воздуха днем достигнут 36-42 градуса тепла. В Туркестане яркое солнце прогреет воздух в разгар дня до плюс 42 градусов, ночью 28 градусов тепла. В Кызылорде 40 градусов выше 0 днем, плюс 26 градусов ночью. В Шымкенте в полдень температура воздуха достигнет 39 градусов тепла, ночью плюс 23 градуса на термометрах. В Таразе ясно, плюс 38 градусов на термометрах днем, ночью 23 градуса тепла. В Талдыкургане также ясно и солнечно, днем термометры достигнут отметки 36 градусов тепла, ночью плюс 21 градус. В Восточном Казахстане на большей части тепло и безоблачно, и лишь местами возможны кратковременные дожди. В Усть-Каменогорске солнечно, днем температура воздуха до 33 градусов тепла, плюс 19 градусов ночью. В Семи переменная облачность, ожидается дождь, возможно гроза. Термометры покажут 32 градуса выше 0 в разгар дня, плюс 20 градусов в ночные часы. В Алматы предстоящий день будет по-летнему солнечным и жарким. Температура воздуха днем 35 градусов тепла, ночью плюс 21 градус. В столице нашей страны, городе Нур-Султан, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 28 градусов тепла, плюс 16 градусов ночью. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких.